Ребят, вы могли видеть разные тачки из нашего автосалона «Автожир», но есть одна особенная, и ее ждет самая трагическая судьба. Ребята, я не верю просто. Это Rolls-Royce Dawn, и он слишком скучный, поэтому мы решили его освежить, перешить ему салон, сделать для него собственные колеса и тем самым вложить в него стоимость вот этого автомобиля. Даже решетки динамиков стали цвета Тиффани. Теперь даже фигурка парящей леди черная. Это Kia Pegas, который стоит у нас 2 миллиона 100 тысяч рублей, и такую сумму мы хотим вложить в доработку Rolls-Royce. Перво-наперво под нож пойдет его черный, красивый, богатый, но очень скучный салон. Поэтому у меня здесь целая россыпь инструментов для издевательства над дорогущей кожей. Здесь и зеленка, и краска, и ножницы, замазка, йод, нож. И, в общем, сегодня мы намерены поиздеваться над этой машиной основательно. В общем, парни решили сделать вирусные видео для соцсетей, и надо убрать слабонервных от телевизоров сейчас, беременных пенсионеров и взрослых детей, потому что мы будем делать что-то совершенно страшное. Она номер телефона ему пишет свой. Устраивает жизнь. Позвони. Это норма, слушай. Но в конце, по идее, должно получиться что-то очень крутое. Посмотри, какая красота. Ну, либо мы потеряем бабки на обеих машинах. О, нет. Какая хорошая кожа. Так главное потом деньги не порезать. Это, между прочим, мои деньги, Артем. Я очень аккуратно. Как-то немножко вот деньги-то настоящие, понимаешь? А знали ли вы, что в базовую комплектацию любого, абсолютно любого Rolls-Royce входит экстренный запас денег на случай чрезвычайной ситуации? Давайте попробуем проверить, так ли это на самом деле. Господи. Ребята, я не верю просто. Мы снимаем лайфхак о том, что в каждом Rolls-Royce есть экстренный запас денег, и, как видите, это все оправдалось. Первая часть Rolls-Royce повреждена и готова к замене. Зачастую ругают своих детей за то, что те в игривом порыве оставляют всякие загрязнения на коже Rolls-Royce. Обычный ватный диск, антивандальная же, ну. Цветовой раствор бриллиантовой зелени. Он убирает, гонишь, что ли, какого? Он убирает, Лех, с кожи Rolls-Royce любые загрязнения. Сейчас будет чудо, ребят. Я надеюсь очень. Слушай, братан, что-то он ничего не убирает вообще. Вот, вот это чудо-средство. Цвет Тиффани. Вот вместо вот этих вот кусков кожи, идеальный, казалось бы, да, мы поставим, обновим салон вот такой вот кожи, и будет, представляете, черная машина подъезжает с ярким салоном. Плюс мы заменим ремни. Ремни заменим на какой-нибудь цвет тоже, чтобы это все соответствовало. Какой-нибудь обычный Rolls-Royce, который у вас есть. Видите, вот здесь надпись Rolls-Royce. Вырезаем из подголовника абсолютно ровный квадратный брелок. Достаем его таким образом, подцепляем. Идеальный брелок для ваших ключей. Теперь вы точно, абсолютно никогда не потеряете свои ключи. Такой вот пока что получился брелок. Всем рекомендую, покупаете Rolls-Royce, отрезаете, и у вас получается брелок. Выкидываете Rolls-Royce, но у вас получается такой классный аксессуар. Я не видел ни в одной машине, чтобы столько было поролона внутри подголовника. Самые мягкие в мире подголовники, которые только можешь представить. Она номер телефона ему пишет свой. Устраивает жизнь. Позвони. Короче, записывает номер. Давайте подытожим, что сейчас происходило, и сделаем автографы, оставим на сиденьях. Леха! Короче, есть у меня ощущение, что Rolls-Royce не очень счастлив был, что попал в такие руки. Такие заботливые руки. Ребят, потому что вы могли вот эту надпись уже видеть и узнать этот автомобиль. Точнее, я так его и узнал, когда я ходил.
по мастерской, я увидел эту деталь и сразу понял, что это наш Rolls-Royce. Мы находимся в компании «Автолокер», которая будет переделывать нашу машину изнутри. Мы выбрали интересный цвет кожи и в этот цвет будем перешивать весь салон. Тёма нам прислал только что дизайн колес. Это будут кованые колеса, изготовленные на заказ специально для нашей машины. Я вам потом скажу, сколько они стоили, потому что общий бюджет переделок – это сумма с 6 нулями, и это не миллион. Второй момент. Вот кожа, которую мы выбрали, чтобы салон был очень, ну, в таком стиле Тиффани, да? Угу. Премиальным, мне было интересно, как ты выкрутишься из этой ситуации. Мы попытались найти цвет Тиффани. Не надо говорить нам, что это не он. Вот такая кожа. Натуральная. Очень круто выглядит. Я помню, как я летал в Великобританию на завод Bentley, где вручную шились салоны, и многие технологии пересекаются с тем, что я вижу здесь. На самом деле, «Автолокер» рекомендовали нам как компанию, которая изготавливает лучшие салоны в России. Поэтому мы отдали сюда, ну, лучшую машину на земле. И вот результат. И это еще до финальной обработки, да? Они будут выглядеть еще более премиально. Да, кожа разгладится, потому что она еще будет отпариваться. А вот это вот крышки, соответственно, задние спинки здесь наших сохранились передних даже кресел. Кнопки, смотри, да, сервоприводов. Ну, надеюсь, что они и дальше сохранятся. А это наша ступица руля. И я сначала подумал, что нас перепутали, и это машина Cherry Tiggo 7. Но на самом деле это Napa черный, который надо перешить в Тиффани. И посмотрите, мы не одни такие. S-купе приехал, который тоже из черного надо перешить в Тиффани. Хотя ребята говорят, что самый популярный цвет, в который шьют, это рыжий. Здесь, кстати, благополучно видно, что сохраняется у нас подушечка безопасности, спокойно там все лежит. И, надеюсь, так и будет дальше лежать. Знаешь, после того случая, когда мы взрывали подушку на полигоне, я немного побаиваюсь трогать вот эти штуки. Следующий день нашего влога. Смотрите, что стало с Rolls-Royce'ом. Он был серебряным спереди. Теперь даже фигурка парящей леди черная. И если мы посмотрим дальше по деталям, логотип, вот это вот была блестящая деталь, да, Лех? И мне нравится, что некоторые детали все-таки сохранились. Мы вырезали из прошлого подголовника себе брелок, чтобы не потерять ключ, и он по-прежнему с нами. Представьте, в каком состоянии машина, она была полностью разобрана до нуля интерьер. И вот так вот все это выглядело. Вот смотри, как это мило, оказывается, выглядит снаружи, да? И ты говоришь, даже кнопки еще работают, закрывание двери. Да, работают кнопки. Ручки тоже стали черными, были хромированными. Колеса мы, естественно, не стали зачернять, потому что колеса мы заказали совершенно новые. Ну, а салон сейчас выглядит вот так. Вообще, лично у меня были некоторые опасения по тому, как будет выглядеть салон Тиффани, учитывая, что довольно много элементов останется черного цвета. Но сейчас все сомнения ушли. Посмотрите, как классно это сочетается. Посмотрите, как логично это сочетается. Черные вставки, черная решетка здесь. Это, кстати, большой-большой динамик. Черная верхняя панель. Тоже никакой проблемы с ней нету. Приборы, рояльный лак. Чего-то не хватает, как-то вот регулировка. Походу для длинноногих, для долговязых. Но посмотри, да, даже вот эти боковые панели, помнишь, на них проверяли, можно ли отмыть зеленкой, соответственно, маркер перманентный. Все. Да, ребят, когда вы проверяете такое на Rolls-Royce, в итоге вы все равно перешиваете салоны. Смотри, что интересно, даже решетки динамиков стали цвета Тиффани, они были черные. И ремни. Ремни тоже. Были банального черного цвета, теперь тоже премиальные. То есть она, да, в принципе, сейчас уже на финишной стадии, но колеса надо дождаться. На них это будет вообще, я не представляю просто. А нам ведь под колеса еще и резину надо покупать.
Смотря какой они размерности. Другой. Другой? Угу. А, у нас же это колеса 21-е, а те колеса, по-моему, будут 23-е. 23-е? То есть мы еще на покрышки попали, получается? Ну, мы встреваем на какие-то там шестизначные суммы. Если я правильно понимаю, одни только колеса забирают у нас больше 1 000 000 рублей. Ну, этим можно продать, да, еще выручить какие-то деньги. Ну да, сейчас же много людей ищут себе подержанные колеса на Rolls-Royce. Наверняка мы найдем покупателя. Так что эти колеса действительно могут... Ну, они уже приелись. Ну, сколько их уже выпускают? Да, да, на них тачка реально не смотрится. Это правда. Рубрика «Угадай автомобиль». Посмотрите на эти аккуратно разложенные детали и быстро назовите мне ответ. Тебя, кстати, тоже касается. Меня? Да. Напишите в комментариях. Вот знатоки, которые пишут все время, нас какие-то вещи нам поправляют. Напишите вот сами, вот что это такое? Вот просто глядя на эти детали. Не трогай. Рома. Ромка вот видит свою. Ромка увидел кредитки. Он захотел увидеть этот CVC-код просто. Ромка. Лёх. Ну? А мне другой цвет нравится. Может, перешьем? Нет, он уже понравился другому человеку, так что давай вот не будем этих ассоциаций и вот этих вот логотипов компании, которые не давали на это согласие. Остановимся нормально на вот классическом бирюзовом. На классическом бирюзовом Тиффани, да? Чуть-чуть меньше арки, да? Итак, принципе... этот автомобиль стоит 2 880. Этот комплект стоит еще 880. Я такого диска никогда в жизни не видел. Это похоже на паровозное просто колесище, которому ничего не будет от дороги. Скорее, дороги будет от него что-то будет плохое. Офигеть! Помнишь, у нас еще на дизайне изначально была риска. Да. Салон бирюзовая, но Тёма все-таки захотел ее убрать, наверное, просто потому что она была не любителем, но мне она очень нравилась. Мне тоже. Кто будет владеть Rolls-Royce, может, в принципе, это сделать сам потом. Итак, это колеса, которые изготовлены специально по нашему заказу для Rolls-Royce. Они предусматривают даже установку центрального элемента с эксцентриком. Серьезно? То есть мы не потеряем главную фишку этих колес. Да ладно? Логотип Rolls-Royce, который все время остается вертикально, останется и здесь. Колеса, которые изготовлены компанией Power Wheels по нашему заказу. И такие же колеса стоят на Rolls-Royce Басты, насколько я понимаю. Серьезно? Давай. Да. Вау. Ром, не гунди. Эти колеса должны подойти. Да, они чуть-чуть шире, чуть-чуть больше. У нас в базе стоят какие колеса, я уже забыл. 21-е, а это 24-е. Самые большие, которые только есть. И они дико тяжелые, да? Ну, подними. Ой. Они весят как АК. Вот 4 АКи на этих наступицах. Мы обсуждали, влезут ли эти колеса сюда или нет. Нам дали гарантию, что влезут. И вот сегодня мы выбрали самый проливной дождь для того, чтобы на кабриолете поехать на шиномонтаж и наконец-то поставить эти колеса. Но самое главное, на продаже этого Rolls-Royce может заработать каждый наш зритель теперь. Потому что если вы приводите клиента в наш салон, вы получаете 50 тысяч рублей. Для этого можно ознакомиться со списком автомобилей в наличии и написать нам на почту, которую вы найдете в описании. partner@autozhir.ru. То есть, если вы работаете в лизинговом отделе, кредитовании, просто ваш знакомый хочет купить машину, вы к нам обращаетесь, мы проводим сделку. Человек с машиной, вы с 50 тысячами рублями. Или пригнать любую машину, тогда вознаграждение будет 30 тысяч рублей. Еще раз, все, что от вас требуется, только клиент готовый купить машину. Все остальное сделаем мы сами. Наши менеджеры проведут сделку. Скоро увидим, как он будет выглядеть уже в полном по красоте. Плюс салон у нас собранный, наконец-то, Лех. Все отлично, все проверили, все приняли, чтобы каждая деталь работала так, как до этого. Довольно эпатажный проект, но сейчас я вижу, что он
крутой. Это будет реально заметная машина. Вот вспомните, как она выглядела до этого, да? И во что она постепенно превращается. У этой тачки есть как бы две ипостаси. Ты можешь закрыть крышу. Я вот так ее сейчас перегонял сюда в салон. Я закрыл крышу. И это полностью черный автомобиль. Особо неброский такой, незаметный в потоке. Либо ты можешь откинуть крышу, и ты будешь как бы... Скажи мне, Илюх, у нас остались есть... Остались ли у нас деньги на шиномонтаж? Это понятно, что не остались. Но у нас есть Rolls-Royce. Да. И 4 24-х колеса. Да. Теперь их надо туда довезти. Как ты собираешься их туда довезти? Закинуть в другом случае. Нет, мы не будем класть их в новый салон. Осторожно, умоляю. Короче, в чем фишка? В кабриолете... Здесь багажник и так был не огромный, а здесь еще выделена часть под складывающийся верх, и сюда просто буквально пару дискет, наверное. Осторожно, главное, не зайти. Дискет, да. Пару дискет влезает. Но и в обычную машину тоже едва ли такое можно поместить. Давайте я вам помогу. Давайте. Серьезно, тут один человек, ну... Че? Я поставил. Ну, хорошо. Это какой-то Бугатти уже просто, какой-то, знаешь, 36-го года. Офигеть! С такими колесами, да? Просто чума, Ромка, смотри, какая красота! Сейчас мы туда еще воткнем наши колпачки. Они будут немножко серебряные, да? Продажа в декабре будет? Продажа будет в августе. Но когда ее купят... Возможно, это памятник, который будет здесь стоять несколько лет, я не знаю. Это была одна серия для вас и полтора месяца для нас. Мы перешивали салон, мы боролись с косяками, мы ждали колеса. Колеса все равно приехали на временной китайской резине. Правильная резина приедет только через полторы недели, но тем не менее Rolls-Royce теперь выглядит финально. Да, не верится, что это воплотилось. Мы стояли здесь, разрисовывали это все разобрали к чертовой матери. Потом... Зашили, потом мы ждали эти гребаные колеса. Для тех, кому не нравятся эти колеса, а я уверен, что будут и такие люди, непонятные люди, мы владельцу подарим комплект ее базовых колес. Офигенно. Если вам это не нравится, ну продайте Басте. У него точно такие же. Вдруг ему нужен дополнительный комплект. Я, значит, посмотрел видос, который ты снял после того, как ты посмотрел видос, который я снял, когда посмотрел тот видос, когда ты снимал видос. И не забывайте, что вы можете тоже заработать на этой машине или на любой другой нашей машине 50 тысяч рублей, если вы становитесь партнером нашей программы и продаете наши тачки. Если у вас есть друг, приятель, коллега, или вы сами работаете, допустим, в кредитном отделе или лизинговом отделе какого-то банка, и у вас есть кто-то, кто собирается купить автомобиль, вы можете написать нам на почту, которую вы найдете в описании, partner@autozhir.ru, и указать данные этого человека, ну, с его согласия, разумеется. И если этот человек приобретет у нас автомобиль, то вы получите денежный приз, но в случае с этим автомобилем готовы увеличить стоимость, если у вас есть такой клиент. И вы всегда можете заказать у нас машину по нашему боту. Переходите, пишите свои хотелки. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Смотрите другие выпуски про люксовые автомобили. Смотрите другие выпуски про кабриолеты и родстеры, которые у нас выходили на канале. Ну и увидимся уже в следующем выпуске. Мы готовим что-нибудь очень интересное. Оставим это в секрете. Заходите и смотрите. Пока.